Igor. Very good to see you. Очень приятно быть здесь. Robertson. Mr. Robertson. Рад приветствовать вас в Москве. I see that... Спасибо большое. I see that General Igor show. Охранник этих предложений. Хранитель, извините. Хранитель. It's a very good and useful meeting, and I was very pleased to get the Russian proposals on missile defense here this morning. We will be discussing these matters at a briefing that the Russians will be giving in Brussels at a very early date. Она не может из ничего появиться. Но если гипотетически все же какое-то ракетоопасное направление появится, то на этом ракетоопасном направлении для прикрытия важнейших объектов, для прикрытия опасных производств, для прикрытия миротворческих контингентов в каких-то определенных условиях могут создаваться вот эти мобильные системы противоракетной обороны.